Ребята, привет! Посмотрите, какая у нас красота в Краснодаре. Захотела вам похвастаться, снять маленькое видео на улице. Я буквально к вам на пару минут с объявлением о том, что в апреле у нас будет второй сезон «Читаем вместе». И давайте в этот раз книжечку выберем тоже вместе. В комментариях к этому ролику я приведу список тех книг, из которых вы можете выбирать. Это те книги, которые у меня есть, которые мне интересны к прочтению и обсуждению в ближайшее время. Сразу скажу, что из авторов там будут Арчибальд Кронин, Сомерсет Моэм и, пожалуй, давайте возьмем Джона Стейнбека. Вот так, будет несколько произведений от каждого автора. Пожалуйста, ставьте лайки под теми книгами, которые вам хотелось бы вместе со мной почитать или просто про которые вам бы хотелось посмотреть мое развернутое мнение со спойлерами. Каждый ваш лайк будет учитываться, и мы выберем книгу вместе. Также, если вы готовы не просто послушать мое отчетное видео, но и поучаствовать активно в чтении вместе со мной или в обсуждении, если вы вдруг уже читали какой-то из этих романов, то обязательно в ответе к комментарию пишите, что да, я готов эту книгу читать или обсуждать, или я ее уже недавно читал. В общем, дайте мне обязательно знать о том, что вы готовы к какой-либо активности. Это тоже мне поможет выбрать книгу. Так, если у какой-то книги будет чуть больше лайков, но у другой будут в комментариях конкретно указано, что вы готовы ее читать и обсуждать вместе со мной, то будет именно в пользу этой книги сделан выбор. И давайте так, буквально дней 5 нам с вами на то, чтобы проголосовать. Позже выйдет такое же коротенькое видео, в котором я обрадую вас, какая же книга победила. И у вас будет время, чтобы ее купить, взять в библиотеке, скачать в электронке и прочитать. И... секунду. Я сама начну читать книжку не раньше 10 апреля, вот так вот, и я думаю, что мне нужно будет, в зависимости от того, что мы выберем, 2-4 дня на прочтение, еще денек на съемку, может быть, монтаж, так что давайте так, где-то в середине апреля, скорее всего, выйдет мой ролик, он будет один-единственный, о том произведении, которое мы выберем, то есть до середины апреля вы сможете прочитать ту книгу, которую мы выбрали. Вот вроде обо всех условиях вам рассказала, надеюсь, что активность обязательно будет, выбрала специально популярных авторов, популярные произведения, поэтому очень жду вас в комментариях, жду ваши лайки и всем пока. Эта маленькая девочка, пока я снимала для вас видео, читала книжку и порезала два пальчика об страничке. Вот так вот. Будешь еще книжки читать? Буду. Будешь? Даже несмотря на боль? Да, кстати, мам, я тебе